Песни, сценки или стихи сегодня только про правила дорожного движения. Таковы условия конкурса. Бригада юных инспекторов приготовили целую концертную программу, а оценивают ее в том числе и офицеры дорожной полиции. Ребята в течение 10 минут на этом этапе должны уложиться и показать все элементарные правила, которые должны соблюдать дети. То есть как правильно перейти улицу, что необходимо носить свет, возвращающие элементы на одежде. Также, когда у нас бывает весенний или летний период времени, как правильно кататься на самокатах, на велосипедах. Команда юных инспекторов движения изучают ПДД еженедельно и регулярно передают свои знания и сверстникам, и малышам. Иногда даже проводят совместные рейды с сотрудниками ГИБДД. Участником бригады юных инспекторов движения может стать любой желающий, кому есть 11 лет. Мы ходим в детские сады и школы и рассказываем про правила дорожного движения, показываем, какие знаки что обозначают. Дети слушают нас внимательно. И даже мы, когда задаем вопросы, они пытаются на них ответить. По итогам конкурса первое место заняла команда 10-й школы. В следующем году именно она будет защищать честь города уже на областном этапе. Елизавета Черняева, Алексей Золотарев, телеканал Реутов.